Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес әзірленген 2020 жылға дейін жұмыспен қамту бағдарламасын белсенді іске асырылудамыз. Бірінші пилоттық жылында жасаған нақты жұмыс биыл бағдарламаның қауқарлы орындалуына септігін тигізді. Тщательно проведенная в пилотном году работа явилась основой для повышения интереса к участию со стороны целевых групп населения и полномасштабного реализации программы. В текущем году из обратившихся для участия в программе подали заявление на 66% больше лиц, чем в пилотном году, и на 70% больше подписано социальных контрактов. В два раза увеличилось участие безработных и малообеспеченного населения. Особую востребованность на селе показало микрокредитование. Финансирование на микрокредитование выросло 3,5 раза. С 3 600 000 000 в 2011 году до 12 400 000 000 в текущем году. Количество получателей микрокредитов увеличилось более чем в 4 раза. По первому направлению обучения и содействия трудоустройству заключены договоры с 448 организациями образования и охвачено профессиональным обучением более 63 тысяч человек. Заключение социальных контрактов и персональное сопровождение участников центрами занятости позволило увеличить трудоустройство до 82%. В 4 раза увеличилось количество работодателей, которыми созданы 52 тысячи социальных рабочих мест и молодежной практики. В целях исполнения поручений главы государства, данных на втором съезде молодежного крыла «Жас-Утан» и дальнейшего совершенствования программы, предлагается расширение роли работодателей. Если раньше выбор претендентов, специальности, профессии и организации образования осуществлялось государством, то в рамках пилота эти права предоставляться будут работодателю с учетом его перспектив и текущей потребности в работниках. Если ранее отбор претендентов осуществлялся через стандартные функции, предоставляемые центрами занятости, это проведение ярмарок вакансий и направление на вакантные рабочие места, то в программе предусматривается возможность самостоятельного поиска работодателями через использование услуг центров занятости и рекрутинговых агентств. На сегодня эти структуры уже зарекомендовали себя с положительной стороны, и активно их услугами пользуются работодатели. Для этого центром занятости, частным агентством занятости и рекрутинговым агентством будет предоставлена возможность бесплатного пользования базами данных министерства по вакансиям и рынку труда. Выбор организации образования будет предполагаться из перечня, которое будет публиковаться на интернет-ресурсах оператора программы Министерства труда, Министерства образования и Национальной экономической палаты Атамекен, также уполномоченных органов по вопросам занятости. В случае, если работодатель выбирает другое учебное заведение, соответствующее критериям, то это учебное заведение также будет включено в перечень. Выбор учебного заведения не будет ограничиваться территорией дислокации работодателя. Расширяется также стороны социального контракта, туда будут включены работодатели и учебные организации. Расширение возможностей трудоустройства и профориентации для молодежи будет обеспечено через создание единого веб-портала «Молодежной биржи труда». В результате это позволит ориентировать подготовку кадров на потребности и требования работодателя, целенаправленно обучать для занятия конкретных рабочих мест, где проходил производственную практику участник программы в рамках дуального образования, усилить конкуренцию среди организаций образования и их ориентацию на потребности рынка труда. По второму направлению развития предпринимательства в текущем году прошли обучение основам предпринимательства 6 тысяч человек. Получили микрокредиты 6200. В качестве дополнительных условий совершенствования второго направления предлагается возложение на местные исполнительные органы разработки карт развития предпринимательства в целях определения приоритетных направлений и проектов уже в разрезе сельских населенных пунктов. Это облегчит выбор проекта для развития предпринимательства участникам программы.
Кроме того, сбалансированное развитие предпринимательства, включая увязку проектов с другими программами, развитие технологических циклов, таких как переработка, производство продукции, будет еще одним инструментом при формировании программы развития территории. Второе. Предполагается расширение сервисных услуг участникам программы в части содействия подготовке бизнес-проектов, бизнес-планов, сопровождение проектов сроком до 1 года в виде консультационных услуг, это бухгалтерские, юридические, маркетинговые. Это повысит качество проектов и предпринимательскую грамотность лиц, получающих микрокредиты. Третье. Предполагается определение четкого перечня оптимизации административных процедур в целях усовершенствования порядка включения в состав участников программы, получения сервисных услуг, обращения микрокредитной организации и кредитное товарищество, подведение недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Отдельные процедуры по согласованию проектов заемщиками будут возложены на центры занятости и сервисные организации. Будет обеспечена формализация самозанятых через обязательную постановку на учет в качестве индивидуальных предпринимателей при получении микрокредитов. Одной из задач программы определено повышение доли продуктивно занятых в общем числе самостоятельно занятого населения. В 2015 году мы предполагаем в рамках программы довести продуктивно занятые до 56%, в 2020 году до 75%. В этих целях проводится совместная работа с агентством по статистике по совершенствованию методики определения самозанятого населения, где предусматривается структурирование самостоятельно занятых лиц на продуктивно занятых и непродуктивно занятых. В фокусе программы будут лица, которые сегодня непродуктивно заняты, то есть лица, деятельность которых носит эпизодический характер, лица, занятые лично подсобным хозяйством производством продукции только для собственного потребления, без создания добавленной стоимости, и неоплачиваемые работники семейных предприятий. Количество таких лиц сегодня составляет 1 343 000 человек. В рамках третьего направления повышения мобильности трудовых ресурсов. В текущем году осуществлен переезд и трудоустройство около 2000 человек. В качестве дополнительных условий совершенствования третьего направления предлагается внедрение механизмов государственно-частного партнерства. В 2013 году в пилотных регионах строительство и заселение служебных жилищ планируется осуществлять при непосредственном участии работодателей с их софинансированием не менее 10% с обязательным трудоустройством на постоянные рабочие места. С учетом трудоустройства и финансового участия работодатель не будет ограничен условиями переселения только лишь из населенных пунктов с низким потенциалом экономического развития. Единственным условием будет определено участие непродуктивно занятых лиц. Предлагается предоставление общежитий для молодежи. Предлагается при обязательном наличии трудового договора либо социального контракта с центром занятости и участии в системе жилстройсбережений. Предполагается, что через такую схему молодой человек будет максимально проживать в общежитии 5 лет, и в этот период он будет обеспечен работой, произведет необходимые накопления в жилстройсбербанке и сможет на льготных условиях приобрести жилье. В рамках четвертого направления развития населенных пунктов создано более 7 тысяч рабочих мест, трудоустроено более 4 тысяч участников программы, завершена реализация 565 социально-транспортных инфраструктурных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и произведено благоустройство сел. В качестве дополнительных условий совершенствования четвертого направления предлагается внедрение механизмов государственно-частного партнерства. Это софинансирование не менее 10% социально ответственными предпринимателями. Также софинансирование предполагается из местных бюджетов. Объекты, подлежащие ремонту, будут согласованы с предпринимателями с учетом перспектив их использования. Второе. Предоставление до 50% создаваемых рабочих мест участникам программы, проживающим в населенном пункте, где реализуется инфраструктурный проект по направлениям центров занятости. В соответствии с решением Межведомственной комиссии согласовано проведение пилотной работы по первому и третьему направлению в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, по третьему направлению в Кызылординской и Павлодарской областях. С учетом повышения участия в программе на 2013 год предусмотрено 40% повышение бюджета программы.
Құрмет Серік Нығметұлы, қазіргі таңда барлық құжаттардың жобалары дайындалып, жергілікті және орталық органдармен келісілді. Қаржы және экономика министрліктерін қосымша қойып отырған талаптарын ескере отырып, үкіметке жақын арада жоба енгізілетін болады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.